Приветствую вас. Конечно, не очень понятно вы описали свою проблему, то, что вас беспокоит, потому что я бы сказал, что не совсем понятно, что именно вы считаете проблемой вообще для себя, да, то есть что конкретно вы считаете проблемой, не очень понятно. Вот. Ну, просто потому что то, что вы описываете, это, конечно, серьезно. Безусловно, это очень важно, безусловно, у этого есть свои причины, да, безусловно, у этого есть свой генезис, вот, но вопрос заключается в том, чего хотите вы, да, то есть вот вы говорите, что у вас последние 1,5 года такая история происходит. И в общем и целом я вас понимаю, я могу вас понять в этом, то есть что да, история происходит, но если она происходит, значит, что-то дало ей начало. Ну, что-то дало ей начало для вас, видимо. Что-то послужило стимулом для того, чтобы эта история начала быть. Вот. И исходя из того, что вы написали, да, исходя из того, что вы написали. А я могу предположить, что у вас есть несколько, ну, несколько таких аспектов, на которые можно обратить внимание. Аспект первый заключается в том, что вы, значит, вероятно, возможно, видите только такой способ привлечь к себе внимание. То есть для вас единственный способ привлечь к себе внимание, это вот значит, сделать что-то с собой. Возможно, сделать с собой что-то негативное. Это, конечно, не факт, это не факт, но может быть вполне. Это первое. Второе. Значит, вам может быть и не хватает внимания. Ну, то есть просто вот у вас может быть проблема с вниманием, как таковым. То есть вы не чувствуете себя, там, например, ну, значит, достаточно заметной, допустим, или как-то еще. Вот. Дальше. Следующий аспект, который я хотел отметить, это то, что вы не чувствуете себя значимой. То есть вы не чувствуете, что вы что-то значите. Вот.
Потребность в собственной значимости также является стимулом для того, чтобы, ну вот, себе это представлять. Еще один момент. В качестве еще одного момента можно назвать аутоагрессию. То есть это такое состояние, когда вы, значит, ну, скажем так, пытаетесь через себя отреагировать свои чувства. То есть вам хочется, чтобы к вам применяли насилие, чтобы вас как-то, ну, ударили и прочее. Вот. Ага, значит, для того, потому что только так вы можете почувствовать себя хорошо. Только так вы можете почувствовать себя более-менее спокойно. Вот. И данный аспект, значит, тоже необходимо разбирать. Как я и сказал, не совсем понятно, чего вы хотите. То есть вопроса никакого вы не задаете. Да? Вот эти потребности, эти аспекты, о которых я говорил, с ними нужно работать. То есть как у вас удовлетворена ваша потребность во внимании, если она удовлетворена, а как удовлетворена потребность в значимости и, может быть, любви, если эта потребность не удовлетворена. Что для вас означает риск и агрессия? Вот. Это то, что необходимо разобрать. Если мы хотим понять, что с вами происходит. Ну а вам желательно сформулировать запрос. Вот. То есть, как правило, такие вещи, они находятся в психике достаточно глубоко. Вот. Ну, достаточно глубоко находятся в психике. Чтобы вот так вот в рамках одного ответа на вопрос вам, грубо говоря, помочь. Вот. Собственно, и в чем именно помощь нужна, не совсем понятно, как я уже сказал. Вот. Исходя из того, что вы написали. Вот. Но все это, в общем и целом, решается. Все это, в общем и целом, решаемо вполне. Ведь это не проблема. Вот. Главное, чтобы у вас было желание. Главное, чтобы вы хотели работать.
по проблеме, по твоей, вот. Надеюсь, это понятно, вот. В целом, я рекомендую вам вот проанализировать те аспекты, которые я озвучил, вот, для того, чтобы, значит, посмотреть, обратить на них внимание и, может быть, подкорректировать. Вот, вызывает на самом деле оптимизм, вызывает оптимизм тот факт, что вы не всю свою жизнь жили вот с данным чувством, а только лишь последнюю полтора года, это значит, что вы помните и знаете, как это жить без этого, вот, это существенно облегчает задачу помощи вам, полтора года по сравнению со всей жизнью, это совсем, ну, немного, совсем не так много, вот, так что я полагаю, что помочь вам будет не так сложно. Вот. Ну, конечно, может быть, проблема, скажем так, она более глубокая, может быть, вот. Но в этом случае, я думаю, что мы тоже разберемся. Вот. Главное, чтобы вы хотели, еще раз повторяю, над собой работать. Вот. А вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделайте его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.